15 декабря в российский прокат вышел новый уникальный проект. Киноверсия шоу «Братьев Запашных. Система». Приветствую вас, Макс. Добро пожаловать в систему. Теперь, для того, чтобы посетить одно из самых зрелищных российских цирковых шоу, достаточно просто купить билет в кино. Мы впервые проводим такого рода эксперимент, когда на большом экране в кинотеатрах показываем свой проект и хотим понять, насколько публике это будет интересно. Это расширение наших возможностей, расширение площадок, на которых мы демонстрируем свою продукцию. Эй, парень, пожалуйста. Не бойся. Наши проекты, они, собственно говоря, отличаются от многих таких лайв-шоу тем, что в них присутствует сюжет. И поэтому я, как режиссер, очень активно приближаюсь, наверное, к киноверсиям. И мне всегда интересно было кино и фактически создал новый жанр. То есть это такое живое кино. Наверное, это была тоже одна из причин, почему захотелось попробовать показать наш продукт прямо буквально в кинотеатрах. В рамках торжественной премьеры в кинотеатре «Люксор-центр» прошла закладка автографов и отпечатков «Братьев Запашных».